люди надеются на то, что случится что-то, из-за чего случатся перемены. Экономика рухнет, или там элиты расколятся, или еще что-нибудь произойдет. Надо будить людей к тому, чтобы они понимали, в какой стране они живут. Они живут в фашистской стране, которая убивает сотнями тысяч людей, и чужих, и своих. Солдат погибло, ну, около 100 тысяч. Надо будить людей. Вот это, мне кажется, намного важнее, чем ждать, когда там экономика рухнет. Люди должны понимать, что без изменения системы эти проблемы не будут решаться. Дом строится во дворе, сносится детская площадка. Они живут этим, у них дети, там внуки. И вдруг они понимают, что все бессмысленно, а смена режима поможет решить эту проблему.